представители индонезийской диаспоры из различных городов России, а также уважаемые гости сегодняшнего вечера, мир вам, милость Аллаха и его благословения. В первую очередь позвольте поблагодарить уважаемого муфтия Ильдар Хазрата Алеудинова за то, что принял мое приглашение и пришел на сегодняшний вечер, а также его коллег из Духовного управления мусульман Российской Федерации, а также Духовного управления мусульман города Москвы за то, что пришли на сегодняшний вечер и помогли с его организацией. Я уверен, что дружба и сотрудничество между нашими двумя странами будут продолжать укрепляться, как и последние 7 десятилетий, на принципах равенства, доверия и взаимного уважения. Желаю вам счастливого стара, а также насладиться программой нашего индонезийского культурного вечера.